У нас сухой корм закончился, что делать? Я ей дала мягкий. Ну, с таким она аппетитом никогда не ела. Ее только сухим кормом кормили. Катя сказала не давать, я закажу. Ну, когда же я буду ждать-то? У нее все закончилось. Вот такой корм я ей дала, вот он. Для взрослых кошек всех пород. Не содержит сои, ароматизаторов и консервантов. Вот состав, все тут нормально, я прочитала. Зайку с батончиком кормлю. Состав: мясо, мясные продукты, говядина, курица, рыба. Все нормально. Я ей сюда положила накладывать, а она залезла на стол и ест. Маленькая моя, солнышко ты мое, сладкая. А собачка-то не ушла. Летти у нас. Летти же собакам нельзя. Летушка. Летушка. Иди сюда, Летти. Летечка. Куколка моя, куколка. Собачке нельзя кошачьей. Кошке нельзя собачьей. Могут быть проблемы с ЖКТ. Ну, уже проверено. Собакам точно нельзя. Кошки у нас, мои кошки едят все. Любой корм едят. Моя радость. Полпачки хватит пока. Не будем баловать. Красавица моя. Кисюля, кисюля. Вкусно. У нас там целая коробка этого корма мягкого на полке. Вкусненько, маленько. А ты еще ко мне не идешь на ручки. Она вот не ручная кошка. Видимо, по Кате скучает. И Катя у нас в Питере. Теперь куда пойдешь? Вкусненько, вкусненько. Умываться будем теперь. Киска моя. Что ж, на столе будешь умываться? Иди спрыгивай. Спрыгивай. Красавица. Красавица ты наша. Ну, спрыгивай. Еще хотела. Ищет, ищет, корм ищет. Тут нет ничего. Ага, нашла. Нашла. Ну что ж, тебе не хватило, значит? Облизывает. А у нее маленькая. Что, всю пачку, что ли, дать? Всю пачку дала, потому что она искала еще. Ну, пусть ест. Ты красавица моя. Тряпку от стола не убрала. Вот и моя радость. У нас вот скоро свадьба будет. Сватовство, помните, а вот скоро свадьба будет. 10 августа. Летечка, вот ей подушечку такую стелю. Любит у входа. Вот на ней лежать любит она. Ой, ей сегодня хвостик сделали на голове. Это моя радость. Летушка. Вот. В окошко смотрит она. Тоже спокойно ест.
Ну, конечно, она первый раз такой корм попробовала. Поэтому она набросилась, еще и голодная была. Свой корм закончился. Вот теперь спокойненько кушаем, да? Никто не отберет здесь на столе. Корм не тот, какой нужен. Ее корм закончился, поэтому отдала, моя хорошая.